Теперь смотрим ножик в темном. Такой красавчик. Конский волос 3 оборота. Подогнан четко. Более свободно. Капик такой. Ну, на самом деле не коричневый, а черный. Телефон так передает. Широкий дау. Клинок 13 сантиметров. Вставочка чубуку. Стомысочный. Сталька Кромакс Пи. Да, действительно коричневый какой-то. Вот. Республика Удмуртия. Село Каракулино. Сергею. Поздравляю, дорогой. Сегодня отправка. Всех интересует, ребята, принимает ли мастер Бурдыка ножи на заказ? Отвечаем однозначно. Да, на носу Новый год, а-ля-то-поля, ой-ай. Но заказа так такового серьезных мы не возьмемся, наверное. Ну, если вы так настаиваете и хотите приобрести подобные красивые ножи, могу сказать вам, что срок изготовления ваших заказов месяц январь. Пожалуйста, заказывайте, в январе получите. До связи.